«Покори Воробьевы горы 2014. 1 марта в столице Чувашии прошел очный региональный этап Олимпиады школьников. Это совместный проект Московского госуниверситета имени Ломоносова и издательского дома «Московский комсомолец». 10 лет представители ведущих вузов Москвы таким образом выявляют талантливых детей. Олимпиада дала путевку в жизнь уже многим одаренным школьникам. За это время стали студентами чуть более 3000 студентов. Если в 2005 году в ней участвовали более 200 человек, то в прошлом году более 15 тысяч школьников. В этом году 100 школьников из 7 регионов Приволжского федерального округа приехали в Чебоксары. Притом в такой Олимпиаде могут участвовать не только выпускники. Мы их замечаем. Факультеты всегда замечают таких детей, которые проявили способности, и потом они, ну, если так можно сказать, контролируют судьбу этих детей, как сейчас называют, социальный лифт, сопровождение и так далее. У нас в прошлом году были уникальные детки, которые побеждали в 3, 4, 5 предметах. И это действительно были дети неординарные. По словам преподавателей, часто самые мотивированные, талантливые и одаренные дети приезжают в Москву из малых городов России. И большой процент тех, кто поступает в вузы, подобно олимпиад. Юлия Поручик пока 10-классница, но решила, что попробовать силы стоит. Написали на сайте, прошли тестовые задания, написали работу. Вот в 2 олимпиады я прошла в очный тур. Ну, главное знать. А задание интересное очень, на самом деле. Ну, уровень очень сильный, конечно. Но главное учиться, все получится. На Олимпиаде «Покори Воробьевы горы» проверяли знания в 8 предметах. В Чебоксары приехала высокая комиссия, в составе которой преподаватели МГУ. Диплом победителя или призер Олимпиады дает возможность поступить в Московский госуниверситет или любой другой вуз страны. Все испытания для школы абсолютно бесплатными. Расходы взяли на себя организаторы. В ближайшее время объявят победителя Олимпиады. Они теперь будут решать, куда пойти учиться. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.